Всем привет, с вами канал Артмания. Началось мое утро с навоза, а вернее с собирания камушков. Нашла сегодня, кстати, мрамор, сейчас вот только. Мама навоз перетаскивает, а я камушки. Сейчас покажу, куда. По-моему, это мрамор, мне кажется. Такой он здесь прям похож. Вот у мамы машина стоит, сюда мы вот камушки складываем, потому что дорога уже старенькая, проседает, чтобы днищем не биться. Вот так вот камушками. Такой у нас бесподобный сад. Тут когда-то тоже было два дерева, пенечек, и там еще один маленький пенечек. Но деревья постепенно стареют, засыхают, зимой замерзают иногда. Вот. А насчет того участка я вам обещала сказать в этом влоге. Тот участок мы продали. Вот я все рассказала в видеообзоре на дачу июньский. Он там где-то, наверное, рядом с этим видео выйдет. Раньше этого или позже этого видео посмотрим. Наверное, пораньше, скорее всего. Наверное, кто смотрит влог, уже будете знать. Там сосед ходит вон. Вот. Продали. Теперь у нас получается только вот этот, вот тут вот участок. Так, где мой палец? Вот тут вот, который проходит, вот линия до дома. Вот где цветочки, это наше. А дальше это уже не наше. Все. И вот у нас получается домик, елочки, там клубники, малины по чуть-чуть все. Мы в прошлом году целыми чашками ели клубнику, то в этом году уже по чуть-чуть. И в основном все ребенку уходит. Все ребенку. Ну и груши, соответственно, яблони остались, груши остались. Все осталось. Хотя бы груши. Потому что столько лет у нас не было груши, ждали ее. И наконец-то вот она у нас появилась. Крокодил там бежит. Где она? Ай, убегает, убегает. Здесь с ним вот она. Все, убежал крокодил. Ходят они тут такие беременные, большие. Вот они наши игрушки. Уже растут. В каком-то не влоге, а отдельный у меня есть ролик. Дачный совет. Там вот они, вот эти маленькие игрушки. Они уже не вызреют, они болеть начинают, их надо снимать. Можно ходить с ведерочком. И вот они. Опа. Сама она отдает. Если вот это, она, видите, тряси, не тряси, она не дает. А вот это вот она. Раз. Все. Она их сама сбрасывает, выбрасывает. Хотя тут еще на земле, если честно, еще мало лежат маленьких игрушек. По-хорошему их надо снимать, эти игрушки. Чтобы дерево отдавало все свое питание другим грушам, которые вызреют. Но мы не все можем снять, к сожалению. Какая груша красивая. Оп. И все. Тут у нас розовые пионы. Красивые розовые. Все тянутся к солнышку. Там с той стороны тень. Кустик.
Феликсина уже стала приходить чаще. Чаще и чаще, как только начали колбасой кормить. Что-то, видать, колбаса совсем не сытная. Сейчас будем рыбку ловить. Давай. Жень, да. Они спрятались теперь там, где листья, мусор был, да? Сейчас вот выловим. Их сколько там было? Три? Или да я не помню. Ну вот теперь, да. Надо как-то выловить. По дну прям, бабуля. О, побежали, два вижу. Где? Точно. Да тут, Анюш, ты. Здесь? Да, Анюш, убежали, бабуль. Теперь их и не поймаешь. Ты, если будешь так их ловить, ты будешь до утра. Я не знаю, как их ловить. Ну, пропадут как. Попался. Бабуль, кидай его лучше на землю. Убегает, убегает. Клади в ведро. Как я тебе его положу-то? Чем? Руками. Ну, он убежит у меня сейчас. Цапнет меня сейчас. Да. Я не знаю, потому что тут они спрятались, их нет. Я думала, что ковшиком, обычно удочкой или сетями. Где они вот плавают? Один вон там поймали. Одну всего? Одну поймали. Ой, всего одну. Ну, я не знаю. Еще один тут есть. Вот. Да не бойся, что вы. Прыгает так как, бабуль, подцепляй его. Бедный. Надо фир в ведре. Да, ты смотри, того нам не разлей. Вот, блин. Ой, они тут дерутся нам. Да спит он. Спит он у нас. Да, посмотрел. А до этого никак, они спрятались и не плавают, и все. Да нет, не все еще. Шелохнулись, я хотела сказать, не успел. Смотри, кто там, Дима. Они спят. Спят они? Сейчас эти. Подожди. Ай! Вон рыбки, видишь, плавают. Рыбки ты плавают. Кого хотела достать-то там? Рыбку, что ли? Да. Вон, видишь, плавает рыбка. Сейчас я тебе дам. Сейчас что-то скажи, дам. Там страшное. Видишь, рыбка? Ты не ту вытащила. А, нет, ты уже видно. Это ты не ту вытащила. Вот это надо. Ну давай. Он цапнулся. Боишься? Не надо поймать. Сейчас. Все, он начинает рассказывать. Ну. О, смотри, какая. Ой. Пойду-ка я, пожалуй. Жди. Идем, рыбку посмотри. Димы. Ну иди, рыбка, смотри, это рыбка. Вот она все-таки понимает, что рыбкам плохо. Да. Иди, посмотри, вон они плавают. Рыбка. Ну, рыбка, правда, конечно, разговаривать не умеет, она молчит. Вон они плавают. Но это рыбка, видишь? Вот такая она. Она вот так выглядит, Дим. Вон они плавают. Она плавает, она бегать не умеет. Да. Давай, давай, она ручку. Она хочет, но боится. Засунь ручку. Тихонько, не надо. Не, разливать не надо, а то они задохнутся. Там, вон, посмотри, он только в воде может. Да, этот. Скорее цапнет. Давай сольем немножко водичку. Слей немножко тебе водичку. Видно было. Сейчас мы сольем, тебе видно будет. Сейчас. Что ты его боишься? Ты визжишь, мам? Ты визжишь, он боится. Вон, она хвостиком бьет. Да водичку немножко слили, чтобы тебе видно было рыбку. Вон она плавает, смотри. Ну смотри, Дим. Не боишься? Схватит за ручку. Ну, потрогай рыбку. Достань рыбку. Карасики там еще. Достань рыбку. Доставай рыбку. Вот эту. Ага, вот это. Бери.
Ну бери, бери. Что они молчат, не боятся. Не бьет что-то. Что-то они его даже не боятся, смотри. Они понимают, что это ребенок, что ли? Ну, Ань, что ты его вообще? А ты залазила туда рукой. Сейчас. Да все, они уже. Видишь, это рыба, рыба. Рыбка. Видишь? Вот эта вот маленькая. Вот эта маленькая шустрая. Смотри, сейчас будет прыгать. Ага, не боится даже. Вот эту бери рыбку. Взял. Взял.